Мы уже рассказывали о пожилой паре, которую выгнали из дома. Тогда пенсионеры стучались во все инстанции, однако до сих пор на крик о помощи не откликнулась ни одна душа. Старики по-прежнему вынуждены жить в автомобиле. Подробнее далее. Семья Канайкиных вот уже неделю находится на улице. История положила свое начало еще зимой прошлого года. Надежда Петровна и ее супруг Василий Канайкин хотели купить квартиру, отдали за нее задаток. Мало того, что пенсионеров выгнали из дома, так еще и деньги не вернули. Куда только не обращались пенсионеры, побывали во всех вышестоящих инстанциях, но безрезультатно. Место, где ночует пожилая чета, машина маркой «Волга». Это хороший парень такой у нас, оставил нам пожить у нас. Угу. Хотят ремонт делать, людей набрать. Но им же надо освободить все. 5 числа они хотят ремонтировать, но хотят уже дом. Тут будут воду проводить, печку, канализацию выводить, тут же ничего нету. Кроме того, у пенсионеров есть 29-летний сын, инвалид второй группы. У Константина Канайкина сахарный диабет. В квартире, которая находится на 14-м микрорайоне, они прожили около 3 лет. Отдали задаток Светлане Семиздравовой в размере 300 тысяч тенге. А всего причитается 780 тысяч. Теперь ни денег, ни квартиры. Самое интересное то, что никто из вышестоящих органов не хотят браться за данное дело. Мы не знаем даже, куда мы денемся. Ну, пожалуйста, помогите кто-нибудь, люди добрые. Хоть какую-то комнатку нам. Нам не помыться, не покушать, ничего, одетые ходим. На сегодняшний день пенсионеры Надежда и Василий Канайкины живут в съемном доме. Домом его трудно назвать, так как там нет ни воды, ни тепла. Словом, положение их оставляет желать лучшего. Ну а мы, в свою очередь, будем наблюдать за происходящим и надеемся, что в скором времени история пожилых людей найдет свой счастливый конец. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.